Медики не скрывают, что с началом пандемии лечение хронических больных отошло немного на второй план. Сейчас главная задача – не допустить рост смертности от коронавирусной инфекции. Нефтеюганская больница стала центральным ковидным госпиталем, куда привозят наиболее тяжелых пациентов не только из города, но также из района и Пытьяха. Пришлось закрыть дневной стационар, поскольку не хватало специалистов для лечения инфекционных больных, а он позволял хроникам поддерживать здоровье. Нам пришлось сотрудников задействовать для работы в ковидных наших отделениях. Поэтому с дневным стационаром пока все сложно, его не будет до тех пор, пока у нас не высвободится кадровый ресурс. Из-за эпидемии приостановлены профосмотры на производствах, включая вредные. Сокращена диспансеризация взрослого населения. Невозможно попасть и на многие виды обследований. Исключение для онкологических больных и лиц с сердечно-сосудистыми патологиями. А вот что касается анализов крови, как общего, так и биохимического, то они полностью доступны. Лаборатории работают, заборы анализов мы делаем. Объем здесь не снижен. УЗИ при необходимости, эндоскопические исследования мы делаем. С эндоскопическими исследованиями снижения тоже никакого нет, несмотря на коронавирусную инфекцию. Объем этих исследований у нас не только не снизился, он вырос. Хроники, особенно пожилые, больше подвержены инфекциям и намного тяжелее переносят тот же коронавирус. Появляться в людных местах, в том числе в поликлинике, для них небезопасно. Тем не менее, если у такого пациента обострилось хроническое заболевание, ждать конца эпидемии не стоит. Посылы от врачей о том, что нет никаких анализов, никаких УЗИ и так далее, не должно быть. Потому что абсолютно верно, есть хронические пациенты, которых нужно в динамике наблюдать, лекарствами обеспечивать, лекарства выписывать, проводить какие-то динамические обследования для того, чтобы в конечном итоге правильно подобрать терапию. Хронические пациенты, особенно на конец года, мы должны их осмотреть по максимуму, насколько у нас хватит возможностей, сил. Как вариант, в нынешних форс-мажорных обстоятельствах можно обратиться за консультацией в медицинский центр. Если дело касается выписки рецепта или покупки лекарств, сходить в поликлинику или аптеку могут родственники. Одиноким должны помочь социальные работники и добровольцы. На экране указан телефон волонтеров для пожилых людей старше 65 лет. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».